Официальная статистика гибели пешеходов на дорогах российских городов и регионов уже давно стала привычным явлением. Нередко пешеходы гибнут по вине автовладельцев, но еще чаще по своей глупости. За последние 10 месяцев 2001 года на дорогах Московской области погибло более 2500 человек и более 8000 ранено. Всего с участием пешеходов произошло около 4000 ДТП, из них 40% по вине пешеходов. Сразу заметим, что каждый пятый случай при участии пешехода в нетрезвом состоянии. Облом идет. Как вас зовут? Пушкин. Вы вот сюда представьтесь, пожалуйста. Вот он, да. Я не понял, что это ваш дом. А почему вы переходите проезжую часть в таком состоянии, наверное, запрещающий сигнал светофора? Ну, прощишь меня, Саша? Я, конечно, вас прощу. Оштрафую, прощу и отвезу в клинику. Да ладно. Нет, у меня есть... Если вы выпили немного горячительного напитка, то хотя бы смотрите на светофоры, как вы переходите проезжую часть. Вас как зовут? Представьтесь, пожалуйста. Владимир Александрович. Владимир Александрович. Я надеюсь, вас учить не надо. И это больше не повторится. Не надо меня даже. На территории городов Железнодорожный, Реутов и в Балашихинском районе в период с 14 по 20 ноября была проведена сотрудниками отдела ГИБДД профилактическая операция «Внимание, пешеход». Вообще, за последнее время идет такая тенденция, что пьяные пешеходы на проезжей части увеличились. Раньше наши инспектора выявляли за неделю около 17 человек в нетрезвом состоянии пешеходов, находящихся рядом с проезжей частью. Сейчас же выявляют по 36 человек, что, естественно, влияет на безопасность дорожного движения. Пьяный пешеход, он не контролирует себя. По вине такого пешехода может пострадать не только сам пешеход, но и другие участники дорожного движения. За период проведения операции 32 пешехода, находящиеся в нетрезвом состоянии на проезжей части, задержаны и привлечены к административной ответственности. Также за нарушение правил перехода проезжей части были привлечены к ответственности более 100 школьников. Проведение данных профилактических мер необходимо, особенно сейчас, когда количество автомобилей на дорогах не уменьшается, а число погибших пешеходов все увеличивается и увеличивается. Организация приглашает водителей категории «Б» на работу в такси в городе Реутов и микрорайоне Новокосино. Условия очень выгодные. Телефон 746-37-37. Продается абсолютно новый пятикамерный морозильник марки «ЗИЛ». Цена 6 тысяч рублей. Звонить с 19 до 22 часов. Телефон 791-3276. Внимание, внимание, уважаемые реутовчане! Телекомпания «Москва и Восток» в ноябре открывает новую программу «Телеоткрытка». Здесь вы сможете передать привет другу, поздравить с праздником, признаться в любви, а также просто заявить о себе всему городу. Участники программы – это вы. Женская половина населения обслуживается бесплатно. Запись каждый день в 5 часов вечера на центральной площади города. Программа нуждается в спонсоре. Телефон 791-8802.